Уважаемые коллеги, дорогие друзья, Общественная палата Российской Федерации расширила площадки своих круглых столов, общественных слушаний и выходит непосредственно в те коллективы, в те организации, судьбой которых, как громко я хочу об этом заявить, в какой-то степени в настоящее время вот, ставить своей целью разобраться, помочь. И сегодня мы в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского по любезному приглашению ректора консерватории, профессора, заслуженного деятеля искусства Александра Сергеевича Соколова. Общественная палата Российской Федерации, а именно комиссия по сохранению и развитию отечественной культуры, в течение года провела немало круглых столов, общественных обсуждений, совещаний, других заседаний, посвященных жизни, проблемам, перспективам наших учреждений культуры. В этом ряду консерватория, Московская государственная консерватория, занимает особое место. Музеи мы собирали, их было много, а консерватории такого рода у нас две – Московская и Петербургская. Это уникальное учреждение культуры. Уникальность его заключается еще в том, что это и учреждение, высшее заведение образования, это и один из важнейших культурных наших институтов. И кроме этого, это еще и объект, особо ценный объект культурного наследия, включенный в этот свод объектов в 1991 году. Из любой энциклопедии и даже из такой примитивной справочки, которую мы подготовили и вам отдали, вы понимаете, какой сложный механизм, какое огромное заведение культурное мы сегодня посетили и будем сделаем попытку понять, выслушать, понять, каковы проблемы и перспективы развития этого уникального заведения. А также, конечно, поскольку наша Московская консерватория стоит перед такими важными, очень крупными событиями, проведением, я так думаю, что таких конкурсов много, но один из таких важных международных конкурсов, ну и особенно в 2016 году, 150-летний юбилей консерватории. И, конечно, нас волнует вопрос, который, конечно, связан буквально со всем и с учебным процессом, и с тем, как будет жить дальше наше учреждение культуры, такое столь замечательное и знаменательное. И связано это с тем, что, естественно, предстоит большая работа по реставрации Большого зала консерватории. Существует проект развития консерватории. Естественно, эти вопросы нас тоже волнуют. Я думаю, в ходе сегодняшних слушаний мы постараемся услышать о планах консерватории. Но еще хочу сказать о том, что вот процесс жизни профессорско-преподавательского состава, учебная работа, они не могут стоять в стороне от тех проблем, которые мы сегодня тоже будем обсуждать. Прекрасно понимаю, что и по составу нашей аудитории сегодняшней, и по тем задачам, которые стоят перед комиссией по культурному, по сохранению и развитию отечественной культуры, конечно, вопрос реставрации, вопрос реконструкции занимает особую роль. И я надеюсь, что сегодня мы постараемся в ходе нашего обсуждения получить ответы на многие вопросы. В наших слушаниях, помимо членов Общественной палаты, экспертного сообщества Общественной палаты Российской Федерации, присутствуют, естественно, преподаватели, профессоры, преподаватели Московской государственной консерватории, присутствует архитектурная общественность, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, архитекторы, реставраторы, люди неравнодушные к тому, как развивается Москва, как сохраняется объект.
культурного наследия, средства массовой информации, есть представители администрации президента Российской Федерации. У нас совершенно сознательно нет проекта рекомендаций, проекта резолюции сегодняшним слушанием. Вообще в практике работы общественной палаты, как демократического института гражданского общества, все-таки рекомендации по результатам обсуждения. Они могут быть самые неожиданные, и поэтому мы не будем никаким проектом, не готовим никакого проекта, все это должно рождаться в ходе конструктивного нормального обсуждения. А сейчас позвольте предоставить слово ректору Московской государственной консерватории Александру Сергеевичу Соколову.